Здравствуйте! Вот и прошло лето, наступает осень, и я пересматриваю свои любимые денежные деревья, красулы, аваты. Решила некоторые пересадить. Пересадить, потому что им уже тесно, они за лето с листочков. Некоторые там веточки хочу пересадить, те, которые... хочу, чтобы их было больше. Вот. Поэтому приглашаю вас, если вам интересно, можете посмотреть. Так, буду пересаживать маленькие цветочные горшочки, потому что и растения маленькие. Приготовила землю. Земля в основном у меня огородная, с огорода. И добавила песка. То есть я не делаю землю жирной, такой вот, знаете, чтобы опасно было для... чтобы они не загнились, корни. Ну вот смотрите, вот это все с листочков. Сейчас посмотрим. Я хорошо обильно полила их. Вот, я не однажды показывала вам это. Листочков уже, от которых шли эти растения. Давайте вот так я их сейчас выложу просто на стол. Давайте, может быть, даже вот так я покажу вам и корни. Ну, корешок, видите, вот, вот он, вот земля на нем. Вот так вот. Корешочки. Сильно землю стряхивать не буду, потому как тогда они, тогда они лучше будут приживаться в новом грунте. Ну и вот здесь я внизу, я сделала хороший дренаж. Вы видите, корни у них небольшие. Поэтому и растут они не глубоко. Поэтому вот так просто аккуратненько. Ну, вы можете сказать, что это большой цветочный горшок для такого маленького растения. Поэтому я и беру землю, практически песок. Если даже здесь будет полив хороший, естественно, надо будет поливать, то, чтобы уменьшить вероятность вот эту... что я вам говорю, загнивание. Ну, вот так держится комочком. Я вот так его и пересаживаю. Делаю углубление. Наверное, просто вот так. И туда постараюсь... О, нет, это комок земли. Вот так постараюсь. Так, на такую же глубину, на которой он рос, на такую же глубину я его и высаживаю. Вот видите, еще сухой листочек, он уже засох. Его садить не нужно. И так пересаживаю все. Землю несколько, ну, пару дней можно не поливать. Для него это и так стресс. Хотя сейчас уже будет ему более свободно расти. Так они росли в маленьком. Вот это им где-то 4 месяца. В мае месяце я посадила эти листочки. И вот за лето выросла. Можно, конечно, посадить более жирную почву. То есть взять для суккулентов. Но тогда надо быть очень осторожно с поливом. Потому что в торфе может... быть загнивание. Так, сейчас это надо наполнить землей. Видите, рассыпчатая такая земля у меня. Я ее хорошо... Так, что-то еще попало. В принципе, я ее вручную хорошо перетирала. Если вы боитесь, что там может быть какие-то... ну, что-то, какая-то жирность, то надо, конечно, прокалить такую землю в духовке или же в микроволновке. Я этого никогда не делала, и, слава богу, пока нормально. Так, все, вот так с одного цветочного горшка я пересадила сколько? 5. Так, что я еще хочу пересадить?
Так, теперь хочу пересадить этот, что идет с листочка. Вот это листочек синяя птица. Сейчас я вам покажу взрослое. Оно очень красивое у нас. Угу. Да, и здесь, смотрите, на этом два. Показать. Два росточка, по-моему. Ну, смотрим. Один. И даже вот еще и третий. Но я думаю, что я сделаю правильно, если я вот это все еще посажу вместе. Вот так. Пусть они пока порастут. Посмотрим, как они дальше будут. Им будет здесь посвободнее. Потом, когда подрастут, можно будет разделить. А так пока будут вот так. Так, дальше. Это обыкновенная красула с листочков. Сейчас я разломаю. Они были очень малюсенькие. Это еще с прошлого года. Видите, здесь большой такой дренаж и камушки. Сейчас посмотрим, что здесь за корень. Корень небольшой. Здесь это уберу. Видите, хорошие корешки. Наверное, надо посадить. Это я посажу немножко в больший, побольше горшок, потому что и корень, видите, требует большего цветочного горшка. Пусть этот пока полежит. Ну, а этот можно посадить. Он тоже такой необычная у него окраска, немножко похожий на, немножечко на вот Авату Минор. Ну, далеко, конечно, не такой. Сейчас раздвину до корня. Эти все растения, денежные деревья, они не имеют сильного корня, поэтому с них хорошо формировать бонсай такой неглубокой емкости. Ну, смотрите, с этого может когда-то быть очень даже хорошее дерево, потому что высокий уже сейчас ствол, немножко искривлен, но это все еще поправимо. Можно, ну, немножко поворачивая его, он еще выровняется. Это он так немножко искривлен получился, потому что был рядом с этим, который на него немножко так прижимал его в одну сторону. А так, видите, я, например, считаю, что вот такое деревцо, и у него очень хорошее будущее, вот, потому что ровный, красивый, высокий. Вот эти листочки отпадут. Его не нужно спешить вот здесь прищипывать вверху, пусть еще идет. Он может даже и сам начать давать веточки в стороны. Так, смотрите, вот это вот денежное дерево, которое я привезла с Аргентины. Оно немножко не такого цвета. Вот это вот оно. И здесь я там внизу вчера отломала специально веточку для того, чтобы подсох срез. Вот, и я его посажу. Ну, вот здесь есть место, где будут корешки. Кроме всего, я сюда поставила несколько листочков. Посмотрите, какие они на солнце очень красивые. Обратите внимание, что вот пошел какой-то росточек со стороны. И вот просто с корня. Это что-то тоже непонятное. Ну, в общем, короче, растет как хочет. Интересное очень дерево. Совершенно другое. Ну, этот я сюда вот ставлю. Потом нижние листочки нужно будет обязательно отломать. Так, его нужно будет полить буквально завтра. А может быть, уже и сегодня можно будет немножко сюда ложку воды хорошей сделать. Так, здесь немножко вот такие вот камушки. Это не камушки, это зола. Я сюда добавила еще в землю и золу. Так, это я потом посажу. Что у нас еще? Смотрите, вот
что нужно пересадить, потому что здесь это денежное дерево, оно сильно разрослось. И тут тоже у меня листочек этой синей птицы. Сейчас я посмотрю, где оно тут. Видите, и корень длинный, и маленький росточек. Я его тоже посажу отдельно. Немножко оторвать. И так аккуратненько, чтобы корень полностью туда ровненько лег внизу. Знаете, когда ставишь вот эти вот листочки, не всегда задумываешься. Зачем они нужны, сколько их не надо? Нет. И это тоже. И это тоже, да, просто думаешь. Может, придет зима, посмотрим. Муж волнуется, куда мы их будем ставить. Не, просто не думаешь о том, что рядом кто-то будет разрастаться быстрее, чем ты себе представляешь. Вот сейчас и вот этот тоже. Видите, тоже с листочка. Смотрите, какое чудо. Красивое пошло расти. Вот это все детки малюсенькие. Их нужно, конечно, дать им. Если бы они были в большом горшке подсажены, можно было еще их и оставить. А так как они, видите, все в тени получаются, то лучше их отсадить. Ну, вот это, наверное, все, что я хотела сделать. Вот это все пусть остается. Вот этот пересажу. Ну и все, пока на вот этот момент так и будет. Малюсеньких очень много. За лето еще осталось осень, несколько месяцев, когда они будут у нас на улице. Когда они будут еще иногда в дожде, на солнце, на ветру. Ну, в общем, в естественных условиях, которые мы им создаем таким образом. Вот. И зима у нас снежная. Да, зима снежная. Нет, на зиму, на снежную они у нас будут в помещении. У нас есть подсветка, мы будем их подсвечивать. Вот. Ну и будут расти. Все, если вам было это видео интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду показывать и дальше свои денежные деревья. Вот. А вам всего самого-самого доброго, самого хорошего. Выращивайте и вы такое чудо. Будьте здоровы и до следующих видео.